Доброе утро. Ну что, Серкиджи, проведаем вокзал. Там мы поставили поезд. Восточный экспресс, поэтому пойдем посмотрим. Я успешно проспала завтрак, ни о чем не жалею. А с время 10 часов. Утром дождь был, видите, все еще мокрое. В принципе, мне с одной остановки было проехать. Я ее проехала. Зайдем в Серкиджи. И поедем в Скюдар. Навестим вокзал. Тем более, по нему там был вопрос. Так, здесь полы моют, а я... Ну, что делать? Кафешка. Здесь туалет за деньги. 8 в городе. Дедушка спит. Поезда-то и нет. Котики есть, а поезда нет. Сюда ради поезда пришла. Здесь ставили Восточный экспресс. Ну что ж, нет так нет. Тут есть бесплатный музей. Но, честно, я не люблю музей. А котиков я люблю. Привет. Там музей, он закрыт. Но сегодня понедельник. Ладно. Восточного экспресса нету. Может, его на лето ставили, надо будет погуглить. Но в любом случае, Серкиджи – то место, которое можно посещать несколько раз. Мне кажется, оно прекрасно. 10:30. Ладно, поехали в Скюдар. Кататься на паромчике и в парк. Не тратим тогда батарею. Здесь уже касса. Там кафешки, кафешки, кафешки. Идем к морю. Сегодня облачно, не жарко, и это прекрасно. Какой вид. Море, море, море. У меня получается 4 остановки ехать. Так, новости дня. Автобус открывает двери только там, где ты нажимаешь. Соответственно, естественно, я пока сообразила, я проехала свою остановку. И теперь мне нужно перейти на другую сторону. И поехать обратно. Ну, что же делать?
Зато покатаемся в нетуристическом районе. Сидит около ветеринара. Так, ладно. Тихонько вам, да хахоньки. Но я хочу уехать обратно. Доехать до остановки, которая мне нужна была. Тут, кстати, инжир зреет. И, конечно же, домики для котиков, водичка. Я без бутылки, поэтому... Так, все, ладно, мне нужно перейти на ту сторону, как минимум. Что это район Кургунчук, правильно я называю, не знаю, где цветные домики. И набережная. Сейчас я посмотрю по карте, но, по-моему, мне к моему этому на Косипе вперед надо идти. Там не было остановки. Сейчас посмотрю по карте. Но пока вот такой вот нетуристический. А хотя как нетуристический? Очень даже туристически. Это место, в принципе, все любят. Это церковь какая-то. Кургунчук, что-то такое церковь. Мечеть. И рядом церковь. Шайка пошла. Это я поняла размер. Солнышко спрятались, мы пошли гулять с вами. Тут кормежка голубей. А мы пойдем к девичьей башне.